рулонная штора, мансардное окно, в данном случае это окно релюкс. Окошечко релюкс закрываю обратно, потому что дует. На польской комплектации Airlight, серебристый алюминиевый профиль. Вот такой вот. Точно такие же направляющие. В данном случае ткань светорассеивающая. Здесь окно расположено достаточно невысоко, поэтому трость удлинитель не нужна. И просто рукой достаем, перемещаем. Вот такое вот затемнение получается. Соответственно, точно так же это все принимается. В любом положении фиксируется. Пожалуйста, можно пользоваться. Рулонные шторы на мансардные окна, Airlight, алюминиевый профиль. В данном случае установлено на окно Velux.